Итак, понедельник начался с массовых травм и увечий. Из-за ночного похолодания после оттепели все улицы города покрылись льдом. С самого утра травмпункты города были переполнены пациентами. В основном травмы люди получали, потеряв равновесие на скользких тропинках. Было скользко, поскользнулся и все. Ушиб ноги и плеча. Очень скользко у нас и очень плохо убирается, по-моему, там. Вот, в нашем городе. У меня вот муж подскользнулся, тоже палец сломал. Сейчас гипс накладывает. Гололед стал настоящим бедствием для жителей города. Всего к середине сегодняшнего дня только в один из травмпунктов на улице Постникова обратились порядка 25 человек. В связи с погодными условиями у нас сейчас очень много больных. В основном это переломы. Руки, ноги. По сравнению с прошлым понедельником, раза в полтора-два точно больше народу стало.